Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в растения против зомби-героя. В общем, начал я проходить ежедневки. И вот у нас что. Нанесите 20 единиц урона бесячеством, нанесите 30 единиц урона героям и 20 единиц зубостизилой. Поехали за зубостизилу играть. Так, колоды у меня для нее нету, поэтому будем сейчас прямо вместе с вами составлять ее. На чем будем мы ее делать? Давай подумаем. Можно на хилах, ребята. В принципе, у меня на хилах была колода. Можно на хилах все это дело замутить. Так, молоточки возьмем. Сделаем так. Раз. Так, подожди. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Что еще тут у нас есть? Так, возьмем, наверное, этого. Сделаем так. Ну, естественно, ландшафты. Возьмем космический огурец. Отхилы. Так, вот этих возьмем. Что еще мы можем взять? Что еще, точнее, нам нужно? К примеру, возьмем этого. Еще 10, да, можно взять нам десяточек. Так, может быть, вот этого взять. Взять банан. Возьмем вот так, к примеру. Взять ландшафт, наверное, вот так вот сделать. Ну и что бы тут еще? Можно вот так. И, наверное, вот так. Кстати, газонкосилку надо было, наверное, нам взять еще все-таки одну. А то мало ли чего, да? Ну, вот такая, ребят, колода. Не знаю, что у нас из этого получится. Надо смотреть. Поехали. Нужно нанести 20 единиц урона. Ну, сейчас уже не 20, там меньше, по-моему. 17 единиц урона. Но посмотрим, что у нас получится. Играем против ржавого разряда. Еще раз скажу, у меня очень мало опыта игры именно за зубостизилу. Так что надо смотреть, что у нас вообще может получиться здесь. Да, у нас это, конечно, не орех, который может там захиляться и тому подобное, и сделать себе защиту. Это зубостизила, так что играть надо аккуратненько. Это нехорошо, ребят. Это совсем нехорошо. Даже вот так вот. Угу. Так-с. Ладно, погнали. Берет дополнительную энергию. Так, ну у нас нет урона, поэтому я не знаю, что нам лучше сделать. Наверное, вот так. Есть у него валун? Если есть, вот что он делает. Угу. Тан-тан-тан-тан-тан. Что бы нам сделать-то здесь, а такого?
Давай я так вот поставлю. Угу, валунчик использовал, отлично. Шаманство. Ждет профессора своего, да? Кислый щей. Амфибию на воду ставит. Ну ладно. Урон мне как раз пригодится. Так, ну что, газонокосилка у нас есть. Сейчас будем смотреть. О как. Ты гляди, что он делает. На-ка, получи. Так, вот я поставлю. Угу, 14. Тан-тарин-тан-там. Что бы сделать, что бы сделать? Ну, я так вот установлю себе здоровье немножко. Угу, еще валунчик тратит. Молоточек, ну как раз для этой чучелы. Дождался, да, типа? Тен-тен-тен-тен-тенс. Ну что, давай посмотрим. Будем смотреть, что у него там есть. Какие ракеты, бомбы и тому подобное. Нету ничего. Надо же. Что нам выпало? Хо-хо-хо. Ты хорошо придумал, парень. Это ты хорошо придумал. Шаманство набрал себе тут. Ё-моё, тут целый арсенал просто. Смотри. Всего. И атаку это понижает. Уже не знает, что здесь сделать. Как этот, как уш на сковородке. Ну давай дальше, смотрим. Восстанавливаем себе здоровье, отлично. Мы его немножко отнимем у тебя, так сказать. Поехали. Отлично. О, даже как ты. Как ты решил сделать, а? Ты посмотри. Так, ну что, давай, наверное, сделаем следующим образом. И поставим вот сюда. Кровожадность ставит. О, ладно. Да вот это плохо, ребята, что у него, конечно, вот это сработало. Потратил. Отлично. Так, друзья, теперь нам надо что-то
Делайте как можно быстрее. Так, что, он хочет этого чучела прокачать? Ну давай, посмотрим. Ага, прячет. Хорошо. Еще возьмет карту, конечно же. Ты понял, зачем у него были две вот эти лабранши? Именно для этих целей. Убрал. Так, еще вытягивает карты. Сколько там? Две, три? Три. Аж три карты, ребята, вытягивает, прикинь. Так, мы тоже тогда сделаем небольшой добор. Отличная карта. Сейчас вот мы ей и воспользуемся. Да-да-да-да-да-да-да. Бомби. Так, чучело вылезло. Ну что, сделаем, наверное, так. Вирус. Ой, давай, вирус. Так, ну что, погнали. Раз. Ну, нам лицо, конечно, достанется. Сейчас мы восстановим все здоровье. Ничего страшного. Ну, зомби получает плюс 5. Отличненько. Смотрим, что он сейчас придумает. Так. Что дальше? Ага. Так, профессор, окей. Здесь у него нету больше этих отравлялок. Ну, вирус. Все? Так, вот тут сработает защита у нас. До свидания. Вот и все. Вот и все, друзья. Куробойщики эти ему не помогли здесь. Ну, а я нанес ему, да? Нанес, ребята, урон. Так, теперь пойдем сыграем за бесячество. Так, за бесячество. Надо тут кое-что поудалять. Да, наверное, тут все надо поудалять. Все колоды, которые только есть. И создавать новые. Ну что, поехали. Начнем, наверное, с колоды за пиратов. Попробуем. Так, бочка. Две возьмем. Возьмем вот это. Так, раз, два. Раз, два. Один этот. Так, что еще у нас? Два этих, плюс два прочерка возьмем. Возьму этого пирата. М-м-м.
Рикошетника. Две заморозки, наверное, возьмем, да? Плюс этого. Два копателя. Что-то набрали, а нужно такого существенного, чтобы, ну, наверное, вот этих взять. Раз, два. Раз, два. А ландшафтов у нас сколько? Два. Всего два ландшафта? Нет, еще здесь есть. Ну, я, блин, сундуков-то что-то дофига. Хотя, ладно, пускай будут. Ну что, ребят, попробуем такой вот командой сыграть. Может быть, надо было заморозку взять. Подожди, чего? Я перебор, что ли? Блин, у нас перебор. Ну что, поехали. Попробуем сыграть новоиспеченной колодой собственного производства. Блин, ну почему именно... Да мне кого не дань. Хоть вспышку на солнце, хоть этого, все равно мне все будут неугодны. Но набор здесь, кстати, неплохой. Очень даже неплохой. Давай проверим, есть у него солнечный удар или нету. Получается, что нету. Получается, что нету. Что он там делает? Грибы на грибах, что ли? На грибочках, друзья мои. Хм. Давай я так сделаю. Опачки. Смотри, что делает. Ну, поехали. Так, это у нас что? Минус один, минус один. Давай я так вот сделаю. Угу. И кого ты будешь клонировать? Никого, да? Ну, допустим. Мне пока некого поставить здесь, ребят. Могу только вот этого спрятать. Ну. Я сделаю вот так вот. Ну какого ж лешего-то? Ну какого лешего ты вот скажи мне? Так, ну кого бы он сейчас тут не сделал, ребят, кого бы не призвал, он восстанавливает себе здоровье, да? Получи. Чё он делает?
Так, ну давай вот этого выкинем отсюда. Ну и сделаем вот так. Не знаю, что у него за колода такая была, что он, на что он тут рассчитывал. Первый раз вижу, ребята, чтобы на этих желудях сыграли здесь. Ну, как видишь, колода в первом раунде нам повезло. Давай посмотрим еще, повезет нам или нет. Так, роза. Да. Роза это роза, ребята. Роза это роза. Сейчас посмотрим, будет она клевать или нет. Не начала клевать. Что-то ведь ждет, да? Что-то ждет от кого-то чего-то. Заморозка должна быть или превращение, одно из двух. На хилах, ребята. Эта роза работает на хилах. Она бы не стала бы здесь спокойненько так сидеть и выжидать чего-то там. Или на заморозке. Сейчас посмотрим. Размещает подсолнухов. Давай сделаю так. Угу. Такс, очень интересно. Все-таки на заморозках, да? Все-таки, друзья, на заморозках. Давай сделай так. Просто хочу посмотреть, что он будет все-таки ставить. Почему я не удивлен, друзья мои? Почему я этому не удивлен? Ну ладно, давай. Так, заморозочка. И здесь заморозочка. Окей. Всю заморозку потратил. Нормально? Нормально. Так, ну а мы сделаем туда вот так. Поехали. Тен-тен-тарин-тан-танс. Что у нас тут? Давай поставим так, наверное, и... Даже не знаю, ребята, что еще тут поставить. И вот так. Это что в голову мне пришло? Так, окей, я понял тебя. Ребята, у него может быть... Вот так сделаю. Так, ну этому недолго осталось жить, циркачу несчастному. Не удивлен.
Так, ну все равно отгребет этот Чиполлино. Поехали. Так, ребят, ну теперь сделаем вот так вот. И вот так вот. И пускай что хочет, то и делает. Он может, кстати, в козла его превратить. Я что-то об этом не подумал. А хотя у него не должно быть козла, он же... Мы ему защиту не снимали. Ну-ка, тогда понятно все, ребят. О, еще лучше. До свидания. Всего хорошего. Круто, круто. Ну все, ребят, по-моему, ежедневки мы все выполнили, да? Да. Такая вот у нас коротенькая сегодня серия получилась. Головоломную вечеринку я даже, ребят, не буду пытаться проходить, там фиг ее пройдешь. Ну что, всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.